Это интересный, многообразный и загадочный мир животных. Во всех странах и городах люди разных поколений стремятся хотя бы краем глаза взглянуть на этот удивительный мир. И сегодня мы с гордостью говорим, что у жителей Шкотовского района и всего Приморья такая возможность появилась 10 лет назад. Для прогулок в природу был открыт уникальный живой уголок. Приморский сафари-парк. Слово предоставляется генеральному директору ООО «Амурский тигр» Дмитрию Николаевичу Мезенцеву. Мы почти 2 года строили его, все силы вложили сюда, и получился красивый, территория большая. Львам здесь будет интересно бегать везде, людям будет красиво посмотреть сверху, с моста, вид животных перед глазами. Также в этом парке пума с собачкой будет жить. Пума — это горный лев, здесь же есть рыси европейские. Ну, несколько птичек, видов, пока все. Но львы показаны очень красиво, поэтому, я думаю, всем понравится. Вот сегодня будем открывать их, выпускать, смотреть. Уважаемые друзья, уважаемые жители Шкотовского района, гости, нам, администрации Шкотовского района, очень приятно, что на нашей территории, на любимой территории Шкотовского района, находится такое прекрасное предприятие, создано таким инициативным человеком. Вокруг него собрал своих сподвижников, открыл сафари-парк. В современном мире экологические вопросы значат очень многое. И дело в том, что действительно не каждый городской житель знает, что такое домашнее животное, не говоря уже о животном, которое живет в дикой природе. И вот мы очень благодарны Дмитрию Николаевичу за то, что он дает людям посмотреть диких животных, и именно приближенных к естественным условиям. Очень здорово, что сафари-парк не просто парк, а парк сделан с теплотой, с любовью, с заботой. Крепкое такое предприятие. И я думаю, что приморцы очень часто приезжают на территорию Шкотовского района посмотреть и сафари-парк. И мы очень гордимся, что у нас 2 прекрасных территории. Это с одной стороны Шлыковские пруды, а с другой стороны сафари-парк. Поэтому я сегодня от имени главы администрации Шкотовского муниципального района Виктора Ивановича Михайлова всех поздравляю с таким праздником. Это действительно значимый исторический день для Шкотовского района. Спасибо вам за работу, Дмитрий Николаевич, вашим сподвижникам за работу, ребятам, которые здесь трудились, потому что, если посмотреть, здесь все капитально и основательно. И всех, дорогие, с Новым годом! Пусть год собаки принесет всем радости, удачи и верных друзей! Уважаемые друзья, слышно меня? Ну, в первую очередь, я хотел бы поблагодарить Дмитрия Николаевича и его команду. Даже не за сегодняшнее мероприятие, а за тот профессионализм, с которым он реализовывает проекты на этой территории. Вот, наверное, прошлые 2 года, когда мы подводим итоги прибытия туристов на территорию Приморского края в рамках новогодних праздников, сафари-парк, Шкотовский район, да, он приносит очень большой вклад по посещениям. То есть наш Приморский край, как таковой, уже на протяжении, наверное, нескольких лет, Приморский сафари-парк является уже таким понятным якорным объектом, уж таким, если угодно, наверное, уже и брендом. У вас есть очень интересный проект, да, я думаю, все и на очень долгие годы запомнят историю Тимура и Амура. Я уверен, что это не единственная история, которая будет происходить и сейчас происходит в этом парке, да, вы уже проговорили о том, что вот у нас уже на этой новой территории, уже вот сейчас, да, американский лев, да, там пума и собачка хаски, у них здесь тоже уже дружба, да, и у них будет здесь свой вольер. Я уверен, что вот в рамках этих дней, после постновогодних, и жители нашего Приморского края, и наши гости смогут посмотреть за этой и за многими другими очень интересными историями, которые здесь происходят. Ну а вам и Шкотовскому муниципальному району я желаю процветания, побольше таких проектов, которым будет славиться не только муниципальный район, но и Приморский край. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Право перерезать ленточку в честь открытия нового парка предоставляется
генеральному директору ООО «Амурский тигр» Николаю Дмитриевичу Мезенцеву, первому заместителю главы администрации Шкотовского муниципального района Тамаре Анатольевне Шестопаловой и руководителю департамента туризма Приморского края Константину Владимировичу Шестакову. Уважаемые гости, торжественная церемония открытия парка Львов подошла к концу. Мы желаем парку успехов и процветания! О, на них покататься.